Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, и живосвятых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинограда Златоустого, святаго преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца, святаго апостола Андрея Первозванного, священномученика Иоанна Пресвитера, святителя Фрументия и архиепископа Индийского, их же и память ныне совершаем, святых и праведных, Бога Отец, Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Великого Господина Отца нашего и Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Святой Троицкой, семьи Лавры, Священного Архимандрита, Бога хранила страну нашу российскую, наследие братьев, прикорм, святого права, всего и всякого слова и христианы, Господи, сохрани их нам, Бога и лето. Яко апостол первозванный и верховного сущий брат, владыцы всех Андрея молися, мир вселенней даровать их, и душа наша верилась. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно и во веки веков. Последователю Верховной Всехвальни Андрея, славим и величаем апостольские труды Твоя, сладце поминаем Твое благословенное к нам пришествие, ублажаем честное страдание Твоя, я же за Христа претерпел еси, лобызаем священные мощи Твоя, чтим святую память Твою и веруем, яко жив Господь, жива же и душа Твоя, и с Ним вовеки пребываешь и на небеси, и де же и нас любовью Твоею не оставляешь, яко же возлюбил еси отцы наша, и когда Духом Святым прозрел еси земли нашей, еже ко Христу обращение, веруем, яко и молишься о нас, яко молишься о нас Бога, зря во свете Его вся нужда наша, так и веруем, и так о сию веру нашу исповедуем во храме Твоем, и молим Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, да молитвами Твоими, я же присно послушает и приемлет, подаст нам вся потребная ко спасению нас грешных, да яко же Ты, Абия, по гласу Господа оставь бреже своя, неуклонно Ему последовал еси, сица и кижда от нас, да ищет не своих си, но еже к созиданию ближнего и о горнем звании да помышляет, имуще житя, предстателя и молитвенника о нас уповаем, яко молитва Твоя много может пред Господем и Спасителем нашим Иисусом Христом, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом во веки веков.